Сезонное обмежевание на способы ловли рыбы на территории Могилевской области отменены. С 31 мая для рыболова-аматоров устанавливаются самые сприяльные условия для любимого занятку. Згодна з правилами ведения рыболовной господарки и рыболовства Беларуси, с 31 мая для рыбалки, до прикладу, можно корыстаться лодками, заходить у воду и ловить на несколько вудов. Дозволяется так само ловить на живца и выкористовывать донные снасти и иншие дозволенные прилады. Не будет порушением рыбалка у темный час. Уступать у дейне обмежевание только на конт некоторых представников водной фауны. С 31 мая по 1 июля будет ограничение на лов сома. Лов сома на всей территории Республики Беларусь в этот период будет запрещен. Также, согласно постановлению Совета Министров номер 699, по 10 июня будет запрещен вылов рака узкопалого.